Всем привет, чувачки, с вами Алскел, и со мной сегодня Полина. Всем привет! И сегодня мы с Полиной играем в Roblox Башня Ада. Под прошлым видосом вы писали, что вы снял я еще. Но я решил немножко усовершенствовать и сделать челлендж. За каждое падение в Роблоксе мы будем получать удар током. Не зря же шокер покупал, да? Подожди, проверка. Работает. А у меня есть пульт, который будет бить Полину. Не надо! Не надо! В общем, как-то так. Я предлагаю... Шуха заложила одно. В общем, я предлагаю начинать. Так, все, я зашел на сервер. Это ты? Это я. Ты в башмаке. Офигеть, что за горячий мужчина. Это я. Вообще, смотри, а я красоткой стала. Широчки в красотку. Реально красотка. Я, это, голову себе купила новую. Я вижу, очень красиво, тебе очень идет. Ты такая, типа, яркая стала вообще. В общем, я также приглашаю подписчиков, потому что с подписчиками интереснее всегда играть. Вы вообще профи. Так что, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Они сейчас увидят этого хот-мужчину, хот-мена и уйдут отсюда. Я такой горячий. Пахну Рождеством, такой, типа, в носке. Ну, сейчас они все зайдут, нам купят сразу бонусы, и будет вообще классно. О, реально все сразу зашли. Так, покупаем бонусы. Полин, тут жестко. Тут сразу жестко. Что жестко? Если мы умираем, то тоже удар током. А ты где? Ой, я умерла. Нет, я пошутила. А, ты в смысле? А где ты? Где ты? Я тебя не вижу даже. Давай, прыгай. А я не умею. Ну, короче, главное не наступать на... Блин, я в этом ролике буду просто орать. Никто не умер. Сделай поменьше, пожалуйста, очень больно. О, кто-то купил щит, спасибо вам большое. Еще и прыжок нам сделали. А можно пружинку купить? Видишь, шоп, там можно купить пружинку себе, будет легче играть. Так, а ты где? Я тебя не вижу. Я сзади тебя. Вот. У меня красная шапка. Точно, все, давай, пойдем за мной. Самое главное не падать. Так, тут вроде да, бы... Да, ты мне говори, когда ты будешь падать, ладно? Да, хорошо. А ты будешь лезть или не будешь? Я уже здесь. Чуть не упала, я ждал прям. Так, хорошо, пока не падаешь. Ой-ой-ой-ой. Так, я буду за тобой следить, когда ты упадешь. Я ничего не понимаю, что тут делать надо. Я упал, а ты где? Я прыгаю, Так, ты тоже упала? Где ты? А ты где? А я наверху. Ты осталась живая? Да. В смысле? Я допрыгала. Серьезно, ты уже там? Да, тебя жду. Реально, ты уже вверху на зеленом. Хорошо, жди меня там. Мы пройдем вместе. Я уже на зеленом. Так, сразу тут туда-сюда. Главное, вот эти вот панели пройти. Я на красном. В смысле, смотри. Ты уже на красном? Куда пропадает? А тут как работает? Сейчас, подожди меня, пожалуйста. Как ты проходишь так? А тебе в башмаке удобно? В башмаке вообще классно. Мне нравится, как ты кричишь. Ты хитрый, просто там застрял и все. А мне приходится проходить все заново. Капец, у меня из-за этого прыжка, из-за этой пружинки времени не хватает допрыгнуть. Он вроде бы хорошо, что есть, но с другой стороны как бы... Подожди, пока она исчезнет, а потом... Ты куда бьешь? Это живой, я вот подошел, красный. Ого, ты себе пружину взял нечестно. Ты зачем меня дала? Потому что ты сейчас упадешь. Думала она, надо смотреть. Да блин, ты уже падал. Так я выжил. Купи мне тоже пружину, тоже хочу. Нет у тебя денег таких. А почему у тебя есть? Потому что я богатый, потому что я играю много. Да блин. Как там внизу? А почему я провалилась? Это нечестно. Я упал. Твою мать! Там в этой красной штуке, короче, был пробел, то есть нельзя на нее было установить. Я тоже мимо нее упала. У меня слюна пропадает, ты меня бьешь, и я просто такой... А, где слюна теперь? Полина, держимся. Главное сейчас дойти. Так, я могу вообще через две перепрыгивать. Фух, ты там где? Я лезу. Куда? А ты где? Я тебя не вижу. Так, я слежу за тобой. Дойдешь ты или не дойдешь? Вот в чем вопрос. Там, кстати, нельзя ждать, надо сразу прыгать. Угу. Слушай, я тебе говорила, что я ненавижу башню ада, да? А, ну да, что-то было такое вроде бы, когда я говорил, что током еще буду бить. А что ты там внизу делаешь? А что ты там делаешь? Да ничего, джингл белл справляю. Давай, я тебя подожду прямо здесь на зеленом. Что-то просто падать самому не хочется. Так. Да куда? Так, ладно, я не хочу быть лохом, я хочу тоже пройти как бы башню ада. Не зря же я пружинку покупал, да? Сапог идет к финишу. Там подписчиков капец уже на финише. Чувствую себя лохом. Кстати, если вы хотите еще видосы с Роблоксом и вообще башню ада, я знаю, что вам башня ада нравится, ставьте обязательно пальчики вверх и подписывайтесь на канал, потому что мы играем с подписчиками очень часто. Так что ставьте лайки и пишите в комментариях, какой челлендж еще попробовать. Купи мне пружину, слышишь? Пружину можно купить только если ты проходишь очень много здесь. Да блин! На меня тут подписчики смотрят, по-любому угорают надо мной. Возможно, я бы угорал. Ну потому что
что я одна тут, блог, все меня ждут. А ты в самом низу, ты падала уже или нет? Или ты молчишь? Ты молчишь? Нет, я не падала. Ты не видишь. Стоп! В смысле ты падала? Ты не сказал, что ты падала! Да я тут на зеленом все еще. Так, я тебя вижу. Каждый раз падаешь просто внизу тут. Ничего, поиграешь еще 100 раз в башню ада, пройдешь за изи. Лишь бы не упасть. Мне кажется, я сейчас башню ада пройду. Если в первый раз же я пройду башню ада, это вообще будет круто. Я на красном. Слушай, может и ты пройдешь еще. Там зеленый сложный, блин. Мне кажется, ты зеленую не пройдешь. Так, я прошел голубой. Персиковый последний. Уи! Да ладно. Да ладно вам. Тут вообще самый простой паркур. Я моя. Антон лучший. Все пишут, Антон лучший. Я прошел. Первый же раз. Я даже ускорю тебе время. В целом ты не упала в конце, поэтому током я тебя бить не буду. Но мы прошли как бы вообще... Я на последних секундах прошел. Так, новый уровень. Молодец. Я тебя похлопаю. Молодец. А хлопай активней. Ты меня что, бьешь? А я терплю то, что ты меня бьешь. Так, Полин, давай, соберись. Да, блин, тяжело. О, так вот по-новогоднему тут. Тут, кстати, есть какие-то башни, в которых прям должна быть елка даже. Мы в прошлом году, когда с Настей снимали, там была елка. Опа! А, умер! Я думала, ты не заметишь. Так, давай я куплю тебе дабл джамп. Это будет типа твоя пружинка. Давай, щедрый мужчина. Вы бы знали, как Полине сложно вообще играть в такие игры. Да, ё-моё. Все, упало, да, там? Ладно, я еще щит возьму, потому что я сам не хочу умирать. Ты взял щит? Да. Ой. Мы одновременно еще так падаем и друг друга просто хреначим. Давай, собираемся. Давай. Ты уже упала? Нет. Да. Давай. Так, почти упала. Я прям с такой уже готовлюсь кнопку нажимать. Давай. Все, молодец. А, типа, это мимо, типа, да, если ты будешь делать, то ты мимо упадешь. Да, красная штучка, это может быть мимо. Давай, шуруй вперед. А че я? Почему я сразу? А ты? Башмак вонючий. А кто там, кто там внизу? Звук? Никто. Никто. Ага. Я чувствую себя, знаешь, волшебником. Антон, ты волшебник. Вингардиум солнца. Все руки вспотели. У меня наушник глушит звук, когда я ору. Давай. Аккуратно. Антон, я не могу. Соберись. Так, хорошо, неплохо, да. Держишься, я уже вижу, как ты ползешь. Давай, ага, ты уже почти рядом. О, нет, Давай, Полина здесь. Ты как будто готовился к этому. Да блин, капец, больно. Я не слышала звук. О, ты же слышала. Так, нечестно два раза бить. Ой, а там что, звук не слышно? Все слышно. Так, а ты меня ждешь, да? Ага, дождалась. Она зажалась случайно, я не специально, честно. Да? Новый уровень садизма. У нас теперь лоу гравитация и двойной прыжок. Не забывай про двойной прыжок. Та-да! Я уже на зеленом. We wish you Merry Christmas. We wish you... Да, блин. We wish you Merry Christmas. Я думаю, вот сейчас точно упадет. О, дошла. Ладно, хорошо. Видел, да? Да. Кто первый? Ты первая. Ага. Ага, ничего себе. Видел, да? Да, неплохо, дальше. Теперь ты первый. Да блин, я хотел на тебе потестить. Смотри. Ого. Паркур. Ого. Ну слушай, неплохо, дошли уже до зеленого. Ты там упала? Нет. Опа, ничего себе. Слушай, видел. Мы сейчас пройдем. А у нас одна минута осталось, надо время купить. Так, соберись, нам нужно пройти вдвоем. Вдвоем пройти, это вообще им... Соберись, какашка. А ты меня будешь ждать? Не-не, попробуй пройти. А я иду, да, по чуть-чуть. Вдруг ты пройдешь, потому что я в себе не уверен, времени мало осталось. А, ты что, тут многие уровни даже не знаешь? Ой-ой-ой! Ой. Я не могу дальше пройти. А что там у тебя? У меня над головой кирпичик. Так, сейчас лишь бы на зеленом не упасть. Так, я на голубом, а ты тоже на голубом. Блин. А я внизу. Блин. Мне так нравится этот звук. Больно в руке. Фух, ё-моё. А
А я видела. А, я не упал! Ты зачем меня ударила? Я из-за тебя упал! Ты зачем меня ударила? Я же не упал! Не на низ упал! Я видела, ты упал! Я не на низ упал! Меня не проведешь! Полина, я не на низ упал! Договор, если в самый низ падаешь или умираешь! Неправда, неправда! Полина! Bitch, don't stop to dance. Все, у нас время закончилось. Новый уровень. Надо собраться и выжить. Я сразу покупаю протектор, потому что без протектора ты еще не готова жить. Я тоже не сильно люблю. Ой. Сразу вниз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай, как больно. Че, не ударила? Ударила, не надо больше. А мы сквозь нее сможем да, пройти? Да, 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 вот можем проходить, блин. Ты куда пропала? Ты зашла в нее и пропала. Прыгай, нужно на желтую штуку прыгнуть. Вот. Вуаля, опа. А дальше как? А дальше вот так же. Мне кажется, вот эти штуки пропускают, поэтому в них можно упасть, поэтому аккуратно. Но я не сильно вниз упал. Ай, да я не сильно вниз упал, ты чё? А я не сильно ударила. Это не считается, сильно ты ударила. Я же сказал, что только вниз считается, если падаешь. Хорошо, в следующий раз только вниз. Опа! Играю в Roblox, и меня еще за это бьют. Ну, зеленый изи, согласен. Так, синий тоже изи. Ты меня ждешь? Я смотрю, ты что-то на одном месте стоишь. Я на розовом. О! Капец, ты уже... А! Полина второй раз играет в Roblox. Я прям готовился, что ты меня убьешь, да? Ой, убьешь, ударишь. А ты что там внизу все? Че как лох? Да я не могу пройти. Я знаю, как я могу пройти. Слушай, тут еще тоньше линия наверху. Ты зашатаешься и упадешь. Так, хорошо, подожди, а что вот это вот? Что это такое? Что я купила? Ты что сделал? Подожди, я все исправлю. Ты что, я упала из-за тебя? Убери это! Говоришь, упала? Да я упала только на желтый. Ну ты меня тоже один раз за это ударила. Да все, Антон, убери это. Я упала. Я не могу это убрать. Я думал, это заднее сальто, банни хоп. Почему мы постоянно прыгаем? Вот так вот? Играть, да? Да, с такой штукой? Да, теперь играть с этой штукой. Я не знал, честно. Я второй раз, наверное, на это ведусь. Боже, как смешно. Офигеть, оборжаться. Ай, как смешно было вообще. Ты где там? В жопе. Два раза упала, я видел. Раз и два. На самом деле эта штука даже очень помогает. Да, вообще помогает. А ты там падаешь, нет? Нет, я лежу на полу, холодном. Ага, упала. Антон, ну я не могу, все, я проиграла в этой катке. Ну подожди, я-то могу выиграть. Ты на каком упала? Я с фиолетового упала. А. Ай-яй-яй. Я видела все. Я не в самый низ упал. О, новая карта. Новая карта. Новая карта. Новая карта, новая жизнь. Фига себе, башню обновили. Чтобы тебе было чуть-чуть полегче. Чуть-чуть. Я купил двойной прыжок. И защиту тебе купил. Все. Двойной прыжок и защита. Хорошо. Спасибо. Вы Рус. Меня правильно поймите. Полина просто, типа, еще учится играть. Поэтому... А что тут? Можно неправильно понять что-то? Ей прям, ну, нужны эти костыли. Ой. Тут тяжело, Полин, имей в виду. Ага. Имей в виду. Ты там как? В депрессии. Не, я понял, ты дойдешь до меня или нет? Тебе долго? Ты можешь купить себе пружинку. Я сейчас, подожди. Ставь лайк, если тебе жалко Полину. Ага. А куда ты вниз свалилась? Зачем? Так вышло. Взяла специально вниз свалилась. Я мог тебя не бить зато. Дед Мороз, подари мне сил дойти до верха башни ада. Купила катушку. Нажми на нее теперь. Теперь с катушки главное не слететь. Возьми катушку в руку. И теперь двойной прыжок делай. О. Я же говорил, купи пружинку, блин. Легче падать теперь. Вот именно. И все. И ты прямо на зеленый можешь прыгать сразу. О! Имба. Имба. Я тоже себе куплю, потому что ты какая-то читерная теперь. А куда? Ого! Почти на зеленый можно сразу выпрыгнуть. Ты где? Блин, ты только пришла. Опять там что-то пыхается. Подожди. Сейчас. Ты пьяная? Я зла. Полина зла, полюбит и козла. Опа. Все, изи, изи. Аккуратно. Ого, ничего себе. Я бы сразу на дугу прыгнул. Да твою мать! Че ты меня бьешь? Я ж не до конца упала. А, да, извини, я не увидел. Да иди вперед, не жди меня. Не надо Не жди меня, оставь меня здесь умирать. Полин, ты что, соберись? Соберись. Дед, просыпайся. Я сейчас упаду на твою.
твою мать, как я тут вообще держусь? Фух. Слушай, тут дальше вообще легко. Ты бы сюда дошла, ты бы дальше все прошла. Да, было бы неплохо. Я думал, ты не заметишь. Я, знаешь, типа, чересчур на себя просчитывал. Тут же изи, с палки на палку. Да и не могу я эти палки перепрыгнуть! Не могу! Я этот ролик назову «Издеваюсь над Полиной 24 часа челлендж». Это просто капец. И это будет правда. Ты два раза! На! Ты ошалела три раза бить током! Это тебе за все! Давай так, если я пройду сейчас, то ты получаешь удар тока. Если я, то... если я не пройду, то... Что, я тебя бью пять раз! Пять раз током, давай! Я уже не пройду, я уже не успею! А нет, пройдешь, давай, я в тебя верю! Давай, мужик в башмаке! Пять ударов, да? Не-не-не-не, мы один, пожалуйста, только один. Мы договорились пять. Один, пожалуйста, один, типа, ну... А мы договорились пять. Там смонтируем потом, типа, ну, типа, меня пять раз ударили. Ну все. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Было очень весело и классно, ребята. Люблю башню ада. Мы с Антоном просто фанаты. Ставьте лайк, если тоже. Ты губошлепка. Всех с наступающим Новым годом. Ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Джингл Белл. Пока. У тебя кукуха поехала. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.